Морской клуб «Петрофлот» при поддержке правительства Рязанской области организовал настоящую трехдневную экспедицию для воспитанников первой школы-интерната. Семеро юных будущих морских волков за время похода обучатся мастерству управления судном, понаблюдают за природой и послушают истории опытных моряков. Мне всегда хотелось как-нибудь так вот поплавать, так, на кораблике. Ты хочешь свою дальнейшую судьбу, возможно, как-то связать? Вот. Нет. Не нравится тебе такая профессия, нет, сомнительная. А то, что поучит тебя вот всему вот этому мастерству, рада? То, что поучит, рада. Я очень рад, что я здесь плаваю. Побольше узнаю о природе. Путешествовать юные матросы будут на реплике большого морского судна «Поморская ладья». Это настоящий боевой корабль с настоящими действующими пушками на борту. Завершится их маршрут в Спасске. Там ребят будет ждать целый комплекс подготовленных специально для них приключений. Из обязательных – посещение воинских мемориалов и возложение гирлянд памяти. И на сегодняшний день подали еще две заявки на субсидии от правительства Рязанской области. То есть мы планируем вот все-таки маршрут сделать с детьми до Коломны и сделать маршрут с ветеранами локальных войн опять до Мурома или до Касимова. Ну, то есть проекты вот такие. Ну, проекты, я считаю, что это значимые, потому что это и воспитание патриотизма, и напоминание о погибших. В скором времени «Петрофлот» организует экскурсию и для ветеранов локальных войн. Это еще один из социально значимых проектов, которые будут реализованы этим летом.